На время полигона РС Дарбаза и Угам превратились в поле боевых действий. Условно вымышленная военно-политическая обстановка разыгрывается с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах. Для военнослужащих шымкентского гарнизона Battle Toyota RS 2022 необходим для выработки единого алгоритма совместных действий различных войсковых структур. Выстрелы в небо, проверка, боеготовность армии. На этом поле солдаты несколько дней осваивали новые тактические ведения боя. По легенде учений, населенный пункт захватили вооруженные бандиты. Военным пришлось задействовать разведку, танковые, зенитные и инженерно-саперные подразделения. Военнослужащие должны не только зачистить и освободить территорию, но и уничтожить боевиков. Шымкентские бойцы с поставленной задачей справились. Военные доказали, они готовы к неожиданностям со стороны противника. По замыслу учения, батальонная тактическая группа, усиленная танковыми и артиллерийскими подразделениями, выполнила задачу по изоляции кризисного района, блокированию участка местности и уничтожению противника. Основное внимание было уделено правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений. Межведомственное стратегическое командное штабное учение Battle Toyota RS 2022 проводится по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отдал приказ обеспечить эффективную координацию между силовыми структурами, наладить оперативную и военную техническую совместимости. Военные Юга продемонстрировали умение профессионально действовать в условиях сложной и быстро меняющейся обстановки.